теперь нам предстоит насладиться танцевальными ритмами. Вначале прозвучит танго Альбениса Годовского, а затем один из аргентинских танцев Альберто Хинастеры, известного аргентинского композитора, в творчестве которого очень рано, как и в творчестве его ученика Оскара Пьяццоллы, проявилось национальное начало. И цикл тех танцев, один из которых вы сейчас услышите, написан еще в 1937 году. Исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов Елена Красноваева. Прошу прощения, когда исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов Мария Аникина.